Атмосфера города, ближайшие окрестности и пейзажи. В Звенигородской библиотеке номер 1 прошла художественная выставка «Левитановские сезоны». Экспозиция посвящена 870-летию Звенигорода. Мне пришла идея, что Звенигород не менее интересный город, и почему бы не сделать подобный проект здесь. И вот прошло 10 лет, эта выставка и пленэр этот 10-й. То есть у нас сначала проходит пленэр, а по итогам пленэра проходит выставка. Гаяне часто приезжают в Звенигород из Москвы для поиска вдохновения. На этот раз идеей создания картины послужил Савинско-Старожевский монастырь и его историческое крыльцо. Царицыны палаты она создала на одном дыхании, всего за 2 недели. Царица, которая не имела права выходить на территорию монастыря, потому что монастырь был мужской, она вот сидела в своих палатах, даже в церковь ходила по переходу. Я подумала, что она бедная, даже не выходила ни в какие сады, луга, леса. Царь-то ездил на охоту, боролся с медведями там, а она бедная так и сидела в тереме. Художники со всей России представили работы, в которых отразили свое отношение к историческому граду Звенигороду. Выставку «Левитановские сезоны» можно увидеть до 1 октября. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».